Coño, se te tiene coño. Coño, se te tiene coño. Кто этот? Со мной на М-ке кто едет? Так, Кирюх, поехали встанешь против 63-го. Сейчас? Ну сейчас, да, поедем на Ростовку. Поехали гонки устроим, брат. Давай камеру я повешу. Они не смогут? Нет, я хочу. Ну тогда подъезжай попозже, брат, хорошо встанешь. Давай, брат, давай. Недолго, брат. Кто в багажнике? А ну-ка, кто хочет в багажнике? Ни-нен-дзю, ни-ксен-дзю. Давай, братуха, давай, давай. А ну-ка. Семка, погоди. На них, Лилбосик тоже хочет сюда. Ау, с номерами кто так вяжет? Что ты здесь помешал? Смотри. Мотивацию. Какой красивый. Смотри, интересно, я помещу здесь, закрой меня. Бля, брат, ебать, тут комфортно, брат. Здесь кнопка, знаешь, что зеленым загорится у тебя? Давай, шмат, открывай. Долбоёб! Блядь, пацаны меня украли нахуй. Черти ебаные. О, добрый какие-то. Дай его жопу. Привет, Зая в кроватке. А я? Бля, брат, там вовсю ебал, здесь удобно, даже поспать можно. Ава? Долбоёб! Шачир! Шачир! Шачир, выпусти, шачир! Птичка в клетке! Иди нахуй! Открой губу! Иди нахуй! Шачир, открой губу! Ау, шма! А ну-ка, закрой это! Шачир, стой там! Подожди, еще это открывается же! Стой, не трогай, не трогай! Что? Что, чаль, чуешь? Ау, шма, я же меня не знаешь, брат! Мать вы ебать, переверни там. Брат, ебать удобно, слышишь, седание. Здесь ебаться еще можно. Бля, я тут не помещусь, брат. Че, ебать у меня хуй больше, чем эта дырка. Птичка в клетке. Я на свободе, эларм, ребят. Эларм. Что, брат? Мехаворы, митя есть. Что это, брат? Это спрей для рук. Это ранчика, по-любому. Смерть, типа косметоди, антики. Это Лукойл написано, долбоёб. Ну да. Все, он такой не купил его. Ау, брат, как здесь удобно, посмотри. На меня. Как я здесь раскимарился? Вот так кто со мной поедет? Смазка с Лукойла, тебе здорово. Приколи, вот так дверь открывайте. Какой-то вип так с ним приехал. И ты сам. Сука, я ебу Роллс-Ройс даже. Шмагиджан, заведи ну эту машину. Зачем? Мы же на ней едем, долой что ли? Не, я ее на Динамо оставлю, брат. Потом посуетим, приедем на Динамо и начнется балаган, ура. Чтобы сюда не возвращаться, на кофтиха. А у тебя ключи где? В машине. О, присос кеги. Шачи! Капитан, а? Сука, ты как знаешь, кошмар. Нет электронного, а чё, коса гэби. Коса гэби. Коса гэби меня, брат. Шма, выпусти меня, брат. Сейчас. Электрон, даже багажник не могу открыть. Все, это я открыл, давай. Свобода помогает, свобода! Толпой машину купил, мозги не купил. Свободу помогаем, свободу! Бабаджи! Свободу помогаем, свободу! Мою. Брат, на его этот, черти. Хрюкает. А сзади сильно. Все. Че, поехали? Стой, мы в какую сторону? Мы сейчас машины все будем скидывать. Брат, на Динамо сейчас? Мы сейчас на Динамо пока что. Как поедем? Через твою хату или здесь? Так поедем. Через его хату. Ну, маленького как он? Агрессирует. Это второй? Я первый. Бать играет, Харман у меня. Бать состав у нас. Где мои друзьяшки? А вон они.
нет. Я еще не могу жопу не хотел. Шел мажорка стая в городе, блядь. Вот она, блядь, мажорка. Север что стал, брат? Дорога плохая. Сачи, да, здесь? Сачи, что не дал день франца? А мы когда шатиром не тутусили, блядь. За каждый поворот вчера, чтобы вы поняли. Друг за другом. Шел, блядь. Ох, бля. О, бля. Ой, бля, ебать. Это тоже будет? Дели. О, бля, за мной, пацаны. Как бы сразу, успокоились. Тихо. Север, брат! Продавай эту хуйню полноприводную, брат. Бля, буду. Ебал в рот полный привод. Одной рукой, пацаны, не обессудьте, не прям удобно. Ебать трек! Шамчик тогда не хуярил. Равшан, чекайте, через два стрима будет Авито автору смотреть, чтобы сзади прибыль купить. Я его хорошо знаю, очень хорошо. Бля, слишком, что машина... Ох, бля, Шачи, что делаешь, брат? Ты ж сзади, Равшан. Бля, мразь ебаная. Ну, у меня байк, мразь ебаная. Не цепляется, я нажимаю 20% газа, она хуярит под себя как рот, бля. Дай его фару, моляю. Дай его фару. Бля, у меня тоже прикольно. Я тоже прикольно хуярит. Все, не делаешь, вообще, прошу, брат. У меня резины уже нет, у меня еще домой ехать. У меня, кажется, резины нету. Не пойму, где-то сзади или спереди. У меня что-то в руле отдает. Вот Равшан ушел, красавчик. Я не могу гонять, пацаны. Все, у меня резины нету. Все, у меня 0-100 теперь 6 секунд. Ах, блядь. Кто здесь не даст, тот гандон. Кто здесь не даст направо, тот, блядь. Бля, кажется, мы все, блядь, и там пробка. Здорово, пацаны, кто новенький только. Всем привет, подпишитесь, пожалуйста, на Twitch. Такую движуху часто будем делать. Сейчас кто эту нарезку смотрит на Twitch, на Ютубе, обязательно подписка на Twitch. С Ютуба на Twitch делайте. Это все в прямом эфире делаем. Кажется, мы бляди. Шачу даст по-любому. Ну а я чем хуже? Нет, мы не бляди. Шо, блядь. Старый, мы едем на Динамо, брат. Садись к нам. Что за саморушка, брат? Как швабру кинул?
что это значило? Что это сигнал сатиры, что он значил? Я доиграюсь, бля. Она идет боком. Любой передачи. Это Букс, видели? Все, пацаны, нету резины у меня. Официально в топу ебаная. Ебать, места нету. Пацаны, она буксу. Вот вторая передача. 1000 оборотов, смотри. Равшану машину сяду, чтобы снимать, а? Элло! Ну, остывать не буду, наверное, не так я и гонял. Моя машина, не моя проблема, жесть. А, ушма, брат, убери машину там, пиздец. Ушма, убери там, ебать, пробка, бля. Бля, какая резина, брат? Ушма, там пробка, пиздец, давай где? Брат, ебать, что мы дали, брат? Это пиздец. Ты не видел, брат, сзади пиздец происходит. Задний, задний привод, это балаган, брат. Пиздец, брат, обрызгай привод. А? Остывает, брат. Я красану, чтоб тебя снимать. Тогда к тебе. А ты меня не знаешь? А куда едем? На Ростовку, брат, знаешь? Ростовское шоссе написать? А, ну я, конечно, с тобой. И красану. Ладно, давай к красану потом пересядем. Давай. Я не хочу, чтобы Ренат исполнял, резину жалко. Да. На его треки! На его треки! Шоу! Только в городе. Зафоловьтесь на Twitch, пожалуйста. Вот она. Ты такой момент вырубил очень громко. Потом делаем брат не бой. Да, остальное есть. По-любому, брат, вот так. Швау, бля. Бля, брат, задний привод. Это пиздец, брат. 800 сил на заднем приводе. Это пиздец. Брат, я тебе отвечаю, мне пизда. Страшно? Страшно, ебать как. Ну а делай, вот понял? А вот это, бля, полуфабрикат ебаный. Это X? У меня, брат, 800 сил, а? Это Model X? Это X, да. Или Y. Хуй один хуй, брат. Через минуту. Yeah.
Ребят, сегодня на джузах. Зато Ренат и я так не можем. Нет, моментально в Мордоре буду. Далеко уехал, да? А Шачира? Да. Он нас найдет, брат. Найди местоположение, движение. Движение, брат. Замеряющий. А ты знаешь, что я? О, ебаша сзади, это М-ка. Я знаю, куда ехать, брат. Да? Да, знаю. А я думал, где-то здесь. Не, дальше, брат. Прям на Ростов, как Ростов ехать, брат. Бля, я прикинь, там не было. Вот сейчас, брат, надо целку один раз открыть, брат. Целку засунули. Да. А вот Ренатку сзади. Равшану, пацаны, на каждом стриме Равшану напоминайте, чтобы он пайпы заказал. Так он хуй закажет. Да, я же знаю его, бля. Вот. Я ему 3 недели назад сказал, закажи. Он сказал, да, закажу. Я ему ссылку отправил в ТГ, и он не заказал. Они бы уже здесь были, понял, за это время. Да, кстати. Да, похуй, надо просто напомнить. Шампур, что хочешь, брат? Шампур! А, брат! У нас пополнение. Пополнение у нас. Мы потом, который моросит на четверке, он с нами. Поехали, брат. А, это 15-й регион? Да, 15-й. Наш брат. А, я думал, он... Здорово, Хасанатор. Стас. ТМ-шник. Стас? Очень приятно. Сура. Нам догонять, брат. На него сплитер. Камера смотрит, брат, видно или нет? Да. Видно, понял? Да. Понял, некоторые смотрят, некоторые нет. Которые высоко стоят, не видят, а? Да. Брат, это что за диски? Она дизельная, прикинь, двухметровая. Да, брат. Ебать, диски, брат, охуенные. Покажи его резину. Бать слева. Тормоза, брат. Ты что, от М-ки? Да. Слева посмотри его резину. Я думал, я ёбнутый, он еще хуже, брат. Ту сторону. Брат, внешнюю. А цвет никак у меня это? Нет. Внешнюю сторону покажи. Внутреннюю. Там железо. Брат, а у тебя развал стоит, да, такой? Тебе лучше, брат, выставить нормальный развал. У тебя резина будет за секунду. Не, видел? Боком, да, у меня, короче, боком. Резина, она, блядь, вторая часть, вот это, понял, убивается быстрее, чем вот это. Вот это еще целое. Что, ты потом перекидываешь? Это, а та часть. Говорю, это развал, иди, да. Сделай. У тебя сильный развал стоит, понял? Я хотел взять, они сказали, вроде как-то, блядь, специально. Не, езжай к развальщику, скажи, резину хавает внутренний корт, он поймет. Ты, брат, я развал держал 15 лет, понял? Вот Си, мой напарник, понял? А и... есть, да, да, спидометр не брат, поставил, брат, здесь, да? Не могу сказать. Я бы сказал, ко мне приезжай, но у меня нету развала, понял, пока. Пока что. А, спидометр поменяй. Да. Это чай ешь, а? Да. 0,100 ты мерил? Ну, сейчас как раз померил. Саша, она нихуя даже не поедет. Не, она не пройдет. Не, брат, она до третьей буксует, отвечаю. А там вообще смысл. У него развал сильный стоит, ебучий, брат, развал. Это сильно, брат. Вот у него стоит. Нормально. Брат, а что за выхлоп, да? Нажми на газ, послушай. Блин, дизель. Да похуй, послушай. Да выхлоп аккуратно. Для дизеля. Смотри. Когда едешь с низов, нормально свистит, да? Да, когда это. Бля, ты он нормально в городе, ну чё, бля, его ещё пропускали, понял? А я еду, за ним, ну, бля, чё за машина, понял? Знакомый, что 15 регион где-то видит, он нас помнится на галерее, бля. Да, он моросит тоже. Вот он ещё. Он на хвост, бам, давно едет, понял? Как мы именно, брат, скалган устроили, понял, неожиданно. Бля, у меня... Вот это прёру. Тройка, на красной, стал город. Ты тоже пыль, брат. Страховка, да, всё выплатил? Это еще в начале июня было. Таксист понял, где красная мира, где же все, блядь, развал этот есть. Да. Я по прямой еду, и таксист налево с той стороны поворачивает. Вы что там, что тебе устроили, пацаны? Че ты кипишь, а какой повод? Я тоже влезу туда. Его выкручиваю, его обижаю, влево выкручиваю, заносит в стол. Сам как? Че где-то пару дней в больнице лежал, блядь. Нихуя ходить не мог. Нихуя. Прям можешь покрутить. Как будто не надо, знаешь. Не надо, знаешь. Давай, знаешь что, замеры сделаем, потом что хочешь делать. Так и что не надо, покрутить здесь, бля.